Петродворцовый часовой завод «Ракета». Работая почти без движения, сотрудники обычно сильно утомлялись. И в 60-х годах прошлого века совщик Головенко Валерий Петрович ввел новшество – зарядку для работников фабрики. Вероятнее всего, эти движения были придуманы под вдохновлением от точности хода часовых стрелок. Новшество оказалось по душе сотрудникам, и с тех пор многие стали использовать ее для поддержания физической формы и хорошего настроения. В наше время не только часовщики делают зарядку, сотрудники креативной студии «Ракета» тоже выполняют ее. Музыкальный коллектив из Литвы «Ралли-69», исполняя песню «Ракета», демонстрирует, как правильно выполнять движения этой полезной для тела и для духа зарядки. Поговаривают, что даже космонавты на околоземной орбите делают эту зарядку.